Приветствую всех, друзья. Значит, это суппорт, да. Это суппорт от Mercedes, он разбирается на две части. Этот суппорт заклинил. Когда-то я его делал, у меня есть видео, да. И, в общем, он со временем подзаржавел немножко. Сейчас я его решил восстановить. И вот такая проблема. Невозможно вытащить поршни. То есть, что я не пытался, я ничего не сделал. Значит, первый суппорт я вытащил, нагрел автогеном, а сам суппорт расширился. Ну, а там стаканы были вот такие. В них я налил холодную воду. Значит, поршень как бы не расширялся, в то время суппорт расширялся, и я его извлекал. Кислород кончился, и нужно придумать как-то, в общем, извлечь вот эти. Значит, что я решил сделать? Здесь у них есть канавки, вот видно, да? 3-миллиметровый электрод как раз туда впадает. Я его обогнул. Сейчас здесь электрод сварю, вот в этом месте. Потом наверх надену трубу, вставлю это кольцо. Наверх, ну, то есть, помечу, как мне их нужно будет сварить. Сожму кольцо, сварю, вставлю это кольцо в трубу. Трубу разрежу на вот такие две половины. Две половины, я думаю, сжимать болтами. Вот, и потом... Потому что его никак не схватить, ни за что не вытащить. Ну, в общем, смотрим. Вот такое вышло кольцо. Напоминаю, электрод тройка. Ну, в общем, оно надевается как стопорное. Теперь я вижу, что я его сжимаю. Вот. Видно, да? И оно у меня доходит как раз впритык. После обвариваем. Значит, кольцо вставляем в трубу. И вот так вот обвариваем. Привариваем вторую. И вот у нас получается вот такая штучка. Сейчас мы разделяем ее напополам, разрезаем кольцо. Сейчас, наверное, вварим сюда сразу гайки на 10 или на 12, чтобы мы ими могли обжать все это устройство на суппорте. Ну, вот так вот выглядит этот хомут, типа хомута обжима на суппорт. Сейчас попробую обжать. И потом уже как-то будет за что ухватиться и как-то за что-то тянуть. Но сейчас обожму, будет видно, что здесь вот зашло туда. Дальше я не стал натягивать, чтобы не порвать. Этот я вставил, чтобы здесь не сжимало. Вот сейчас суппорт вот в этом, в этой каемке вот обжат вот этим болтом, его сжало. В принципе, сидит прочно. Вот это вот вообще половинка очень хорошо вошла. Здесь немножко похуже. Сейчас как-то буду пробовать его чем-то тянуть. Резко бить нельзя, наверное. Потихоньку оказывать какое-то давление, чтобы оно слазило. Я думаю, что можно. Значит, смотрите, приварил сюда я гайки так вот, да? Но сразу же, ну, я их приварил, и потом вот так брал монтировку, подставлял, и раз. И сразу же сорвался с места суппорт. А поршень не пошел вверх. Следом вот тут вот тоже гайка была. Вот она отвалилась. То есть надо было вот этой сваркой варить, а я по автоматам оно, ну, не прогрело металл в гайке, хоть и варил на троечке. Ну, что я делаю? Значит, я беру сейчас вот так вот. Оно слышно, стрикает. Вот, подставляю монтировочку так. Это с этой стороны я уже делал. И потом на эту. Вот, стрик. Теперь с этой. Стрик. И что вы думаете? Вот, выходит. Ну, я-то хотел двумя. То есть двумя вот. Вот, видите? Ну, я не буду показывать весь процесс. Каждый щелчок это миллиметр. Ну, в общем, обжим держит хорошо. И через... Вот он уже почти на сантиметр. Не, миллиметров 7 поднялся. А он был полностью убит туда. Я думаю, минут через... Сколько я сниму. Вот этим вот устройством я это вот все-таки сделал. Ну, сейчас буду перекручивать на этот суппорт. Посмотрим, как пойдет дело с этим. Конечно, можно сюда вкрутить гайки и выдавливать методом вращения болтов. Оно будет выдавливать. Ну, вот такой вот зажим, в принципе, вполне пригодный, практичный. Да, я его пробовал, ну, ничем он не поддавался, ничем, абсолютно ничем. Сейчас посмотрим, что будет со вторым. Приварил назад душу.
Конечно, вот такой болт, как вот этот, лучше сделать и здесь вместо. А вот он бы с двух сторон обжимался, было бы гораздо надежнее. Но я просто наспех все делаю, поэтому не стал ставить сюда. Но в процессе, когда здесь порвется оно или лопнет, я не знаю, я сделаю точно такое же зажимное, как и здесь. Так, берем прибомбас нас. Так. Такие вот, что мы наблюдаем, как только у нас тут же начинает сжиматься, вот оно уже пошло. На этом прекращаем. Так, что у нас там? Теперь нам нужно, чтобы сорвать его, самое важное, это сорвать первый раз. Берем вот этот инструмент и вот этот. Ну, я ими двумя срывал. Здесь я подкладывал молоток. Вот так вот. А здесь мы подложим тоже что-нибудь. Ну вот, я думаю, нормально. И теперь одновременно двумя пытаемся сделать первый стрик. Пошел. Видно, что крепление прослабло и нужно подтянуть. Так. Даже выворачивает с тисков. Видно было, да? Ну, попробуем мы на два. Может быть, так будет лучше держать, я уверен просто. И повторяем все. С этой стороны, по-моему, стрихнуло, а с этой нет. Усилие здесь адское прилагается уже. Но не хочет она, как-то не хочет. Опа, есть. Пошло. Сразу сорвался и пошел вверх. Хочу напомнить, что ни одним из методов, которые были в интернете, на ютубе, да неважно где, на каких ресурсах, я ни по одному методу у меня ничего не вышло сделать. Опять потянулось. Я говорю, обязательно нужно здесь вот ставить второй болт, потому что электрод этот тянется и крепление само слабеет. Собственно, что я и говорю, лопнет вот эта часть. Поэтому нужно обязательно ставить второй болт. Но цилиндр практически вытащили. Придется переварить, доварить сюда это причуду. Вот его как потянуло, видно даже. Он вытянут, стало тоненькой и вытянутой. Все, всем пока. До встречи.